Ну, это вы уже знаете, санитар Джо. Вы видели его фото. Так, Джо, откуда ты? Донецк. Донецк, это наш земляк. Почему здесь? За что воюешь? И когда закончится война? Здесь я, потому что я просто не люблю, когда мне врут. А когда закончится война? Ну, не со дня на день, конечно. Но думаю, к концу лета в Славянске уже будет спокойно. А в целом? В целом? Это может затянуться, конечно, на пару годков. Ну, тоже как знать. Как уже сказал мой товарищ, что боевого духа в украинской армии нет как такового. Они стреляют друг в друга на блокпостах. Бунтуют, попадают под расстрелы от своих командиров. Ну, приятного мало вот службы, плюс отвратительные условия. А в какой стране ты хочешь жить? ДНР или в Новороссии, или в Великой Единой России? Честно, я бы хотел пожить в России.